Хей, окей, с вами Шупики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Окей, мы все еще славим в Лимбрунче. Так, патроны. Ну, я думаю, 200 мне должно хватить на босса, если он будет не жесткий такой уж. Ну, мне вот эти, блин, бесят. Ого, какой он живучий. Так. Готово. Все, приятель. А, я думал, тут босс будет какой-то. О, нихера себе. Конечно, этот вы шо гоните? Конечно же, этот щит я возьму. Ну, блин, там типа выпадение щита, ну тут и быстрая зарядка очень. Парнишка, видите, рады. Я плюс апнулся. Все, next мы прокачаем с вами вот это. Дистанции установки турели 10000%, точность турели. А хотя точность турели можно еще купить, слушайте. Не купить, а вкачать. Так, ладненько, давайте поздаем то, что есть. Ограбление банка. Раз, задание здесь. Второе задание тоже здесь. Сейчас дадим. Дальше отправимся. Где у нас вот это задание? На горе за снайперкой. По идее, снайперка как раз для меня. Там нужно было 100 врагов убить. И это довольно очень хорошо. В каком смысле? Чем сложнее задание, тем лучше награда. Поэтому я надеюсь, там будет что-то качественное. Ну, там хотя бы косарь урон. Ну, наш... мне кажется, наша получше будет. Той, которую нам дадут. Перионская снайперка. Ладно, давайте задание сначала поздаем. Так, 900. А, без разницы, да. Мой банк ограблен, город обстрелян, поезд уничтожен. Это шерифа. Ты мне нравишься. Главная улица. Пистолеты решат все. Приходи в одиночку. Ой, а что я продал? Ну смотрите. А нет, херня. Херня. Ставить. Херня. Взрывной урон самый мощный. Эмот я сейчас использую. Изи. Так, шериф, где ты? Ага. Ну, в принципе, ладно, побежали. Ну, сейчас мы быстро... А, подождите, может, когда как раз еще время стукнет, там, знаете, 12, мы встрелим в голову, и она сдохнет. Будет изи. И это шериф, если что, из просиквела, ребят. Вот так, ковбой еще, помните? Я думаю, что-то как знакомое, шериф, что за шериф? Потом вспомнил. Это типа это законница. Она в игре называлась. Слушай, у меня пистолет, если что, там 4 выстрела. И они плюс не точные. Привет, коллега. Так, убить шерифа. Ты даже круче, чем Брик! Ай, кажется, проебался, да?
Ну ладно, плевать. А, ты там? А как мне к тебе залезть, слушай? Как тебе залезть? О, что за ящик? А что в нем? А что в нем не такого? О! Эй, мы тоже! Изи, да это она закончится. Ты только что убил мою подружку? Ну-ну, тебе удалось меня взбесить. Ну вот и все, возвращайся. Ну это вот это как раз о чем я и говорил вам. Нужно дальше бежать, не обращать на них внимания. Там кину только, знаете, турельку, чтобы они заблокировали мой выстрел. Именно турелька. Не, пистолет он разносит. Но жалко, что, конечно, мы не с боссами деремся, только с мини-боссами. Ой, застрял. Лёха застрял. Все, шерифа нет, можно отсюда валить. Сэр, возможно, мы нашли еще одного. Спецназовец. Да ну, и где он сейчас? Его захватили в плен бандиты. Они его пытают. Ух ты, я уже впечатлен. Вот, послушайте. Что за колечко ты хранишь, симпатяшка? Куру. У тебя жена есть? Красивая? Мы в разводе. И ты не в ее вкусе. А где ангел тысяч порезов? И в Нагоре нужно. Она любит мужчину, которых извилин больше, чем зубов. Здесь все делается, все быстро, красиво. О, и сразу здесь дается задание. Вообще ништячок. Оружие Гипериона XKCD создано специально для таких убийц, как ты. Ни хрена себе. Урона. А, скорострельность, да. Подожди, это же Гиперион. А ну. Тогда и перезаряжать бы не пришлось. Правильно. Нельзя же без конца стрелять и стрелять. Блядь, она разговаривает. Хоть розовой назови ее. Хоть нет. Хоть нет. Хоть нет. Я не знаю. Скорострельность там плохая очень. Ну урон на жопа. Но она разговаривает. Оно разговаривает. Оно мешает мне. Подождите. Мне нужно понять. По идее, ближе цели сада. Вот это. Ты впустую тратишь патроны! Не, я продам ее. Попадается сбор всякое барахло, мои автоматы решат проблемы. Смотри. Так, раз, два, три. Тебя не убили. Так. Товар назад не принимай. Так. Снайперкам. Так, 20. Тысяча порезов, поехали. Нужно, короче, этот. Почему я её продал? Да, урона плюс 300 с чем-то. Это заебись. Но скорострельность, если была бы такая же, как у нашей вот этой, я бы ее использовал. Однако,
У нашей же скорострельность повыше будет. А это значит, что я впущу с такой же урон, как и на той снайперке. То есть разницы нет. Да, типа, я больше потрачу, но... Что? Ладно, говорили. Он пиздит постоянно. Новый друг! Ставлю турель! Молодец, турель! А, ее же не выкупить. Майс. Ну все, потрачено. Изи, ребят, потрачено. Класс, прикупил, сказал, так сказать себе. Сначала пожалел о том, что продал, а теперь ее вернуть нельзя. Почему бы нет? Почему бы и нет? Железяк, ты тут? Что робишь? Железяка был тут. Погнали. Пожалеет о том, что обосновался на этой горе. О том, чтобы смыть эти граффити, ему понадобится несколько минут. Несколько минут, я сказал, а? Эй, ты идешь или нет? Я ж не могу пройти. Точно. Ты же не робот Гипериона. Все время забываю об этом. Замечу, что в прицикле, как вы помните, железяк остался один из всех. Ой, тихо. Или вот этот лучше, подожди. Ну типа по скорострельности, да, типа. Дробаш получше будет. По скорострельности дробаш получше. Все, бежим. Давайте речи. Минометы? Плевать, просто бежим. Если что, у меня вон. Давай, 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 давай. Я не попадаю, но попадаю, все. Да ёлки-палки, вы издеваетесь? Ладно, побежали, а то у меня так и сейчас с этим закончится. Патроны. Так, это взрывные, да? Нет, стреляющие. Нет, там все-таки есть один взрывной. Так, забрать, 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 забрать. Все, отхил.
А, лестница вижу, все хорошо, бежим. Уворот. Уворот, уворот. Главное просто зигзагом бегать, да все, они тебя не тронут. О, ништячки. Тихо, приятель. Давай. Изи. Убито. Так мало? Ладно, экономимся. Зачем я сюда забежал? Вам дальше бежать? В 200 потрачено у нас. А ну-ка. Пару лет назад мы с Вильгельмом навестили твою подружку Танис. И мы сбивали ее несколько часов подряд. Да. А потом просто взяли ключ из ее переломанных пальцев. Но мы все равно сохранили ей жизнь. Герои всегда же так поступают. Герои милосердны. Мясник, ты приближаешься к бункеру. Я высылаю парней тебе на помощь. Давай. О, все, бункер. Мы в бункере уже. Тут. Что? А, нет, показалось, что нам большая. Короче, просто наверх, да, подняться? К тебе летят мои парни. Да. Иначе они разнесут там авиацию. Сейчас, подожди. Последняя дверь. Поле отключится только после уничтожения бункера. Окей. Значит, мне нужно наверх, да, подняться? Подняться, забраться. Игры закончились. Брик со своими дегенератами не смог взять мой бункер. Так и тебе это не удастся. Это ты так думаешь? Все? А, я вижу их! Перепрыгивай через лазеры! Ищи парня с белым маяком! Он несет тебе припасы! Партия здоровья на центральной платформе! Давай! Хорошо, идет. А кто мне лазером пуляет? Осторожно, лазеры! Ты зараза. А, так вон оно чё, ё-моё, я думаю, где все? Ай-яй-яй-яй. Нормально. Так тут тоже лазера, что ли? Да. Шикарно. Сейчас мы вскроем этот бункер, и ничто не помешает тебе взять ключ от хранилища. Не сдавайся. Да я не сдаюсь.
Я не понимаю, где мне что еще ломать. Ага, не повылазили заново. Давай, давай, раз, два, еще один. Последний где? Все, 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 все. Кто по мне пуляет? Все? Шесть хк, что-то вот, там. Бункер. Знакомься, это BMK-3B, лучший в мире защитный робот. Я сам его построил. А теперь сделай одолжение. Стопни. Ну так, первый, еще один босс. Лесники, бункер слетел. Сейчас все полетит кверху жопой. Лучше сюда поставить, я думаю. А где он? Это что? Это трансформер? Это что, трансформер? Не, я понял, я понял, я понял, я ошибался. Так, тихо, 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 тихо. Где моя... Где там моя базука? Трансформер, это завис! Сейчас бы еще попадать. Сейчас бы еще попадать, было бы замечательно. Что это такое? Ну ворачивайся! Я понял. Ну GG, что сказать. О, еще один автобот. А не, это не тот. Я понял, это автобот. Не, вот тут рели был оказ... Вот это вот автобот, типа он превратился в самолет, летал здесь. Я понимаю, что это босс, но... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Второе дыхание, тихо-тихо-тихо. Валим-валим-валим-валим-валим. Так, защищает, пускай меня. А, полетели. Так, еще есть патроны. Есть, есть, есть все еще.
Это минометный обстрел же? Давай, 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 давай. Немного осталось. Пистолетик, я тебя люблю. Давай, давай, давай. Все, патронов нету. Давай, 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 давай. Патроны есть еще. Есть, 18 патронов есть. Все. У-ху-ху! Ни хрена. Добра сколько. Да подожди, я уже должен все пособирать. Сколько иридия? Манать. Где еще? Все, места больше нету. Пипец. Да, вот эта битва была жесткая. Так, а где еще иридий? Вот там. Так, давайте я спрыгну, все попродаю. Солдат, осталось совсем немного. Я лезу к задней стене. Встретимся в зале управления. Вот эту оставляем. Подожди. А какая на мне сейчас? Базука. 8. 8800. Продать, продать. Даем. Да, это тоже продам, оно уже херня. Так. Сопротивление клещу, так быстро урон молнии. Кстати, давайте я посмотрю, что у меня сейчас одето, а что нет. Вот это лучше. Емкость магазина там у нас хорошая. 23%. Так, улучшение время. По гранатам. Не, гранаты у меня лучше. Значит, это продаем. Это продаем. Это продаем. Так, туда мы сейчас пойдем попозже, когда я зайду наверх и возьму то, что осталось там. Потому что, а, мне еще все равно в магазин нужно будет зайти, чтобы купить патрон для твоего пистолета. Да, но это была жесткая битва, блин. Мне нужно пушки помощнее. Вот эту я не променяю, потому что... В основном вот эта пушечка мне и зарешала всю игру. Угу. Ну, здесь мы... Ну, нет, 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 нет. Нет. Так. Продать, 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 продать. Помни, у нас всегда открыто. Чудесно. Потом мы еще сбежим в главный город. В главный город, да? В убежище. Купим себе за иридий эту прокачку. Тут у нас уже иридия много. Готовность к биосканированию. Пожалуйста, станьте на эмблему Гиперион. Провожу биосканирование.
тебя люблю. Надеюсь, модулятор голоса сработает, иначе все пропало. Давай. Я тебя люблю. Доступ разрешен. Считай это своим последним предупреждением. Нет, пусть это будет мое последнее предупреждение тебе. Сдавайтесь, и ваша смерть будет быстрой. Но если сделаете еще хоть один шаг... Ой, стоять, прокачать этот. Блин, а какая способность там восстанавливает быстро мне? Подожди. Оружие, которое не наносит эффекты. Какое, где у нас это быстрее восстанавливает турель? Угу. Точнее, точность стрельбы. А где оно, блин? Так вот это получается или нет? Вот это мне нужен, черт. Ладно, давайте тогда. Так. Прям мне это нужно, получается. Чтобы быстрее турель восстановилась. Клянусь, каждый житель убежища перед смертью будет пялиться на свои кишки. Так. Чтобы зарядить ключ, иридия недостаточно. Нужен катализатор. То, что пробудит силу ключа. Ему нужна... сирена. Джек обзавелся собственной сиреной давным-давно. Он много лет скрывал ее ото всех. Но пришло время освободить бедняжку. Как же долго! Я чувствую, ты все ближе. Поторопись, тебе нужен ключ от хранилища и... моя смерть. В смысле? Зона управления ангелом. Ангелом. Произвожу фазовый сдвиг. Ключ здесь, но... Если ты действительно хочешь помешать Джеку... Давайте вот так. ...украсть ключ недостаточно. Надо уничтожить катализатор. Ты должен уничтожить. Ангел. Меня. Джек много лет накачивал меня иридием. Держал моей энергией ключи и при этом еще использовал меня для своих игр. Инжекторы не дают мне умереть. Уничтожив их, ты прекратишь ключа. И положишь конец моему рабскому существованию. 5 секунд. А ну-ка, отвали от моей дочери! Короче, я думаю, давайте, наверное, на этом закончим. Сейчас, если там не будет никакого диалога. Что ты творишь, ангел? Да я тебе пилка под задом. Кого? А, за языком следи. Инжекторы Ириди, уничтожим. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.